Приветствую вас, любители подводных приключений. В этом видео я хочу презентовать новую ласту под названием Катранган Fiberglass Travel. Это немножко не совсем новая модель, это продолжение модели Катранган Fiberglass, которую мы уже продаем довольно продолжительный период времени, имеем тысячи положительных отзывов и достаточно огромную большую надежность этих лопастей. А также хотим представить, на мой взгляд, очень интересную калошу, которая является неким аналогом C4400, а это топовые калоши. Раньше были, но сейчас C4 перешло на производство калош 350 и C4250. И они, конечно, классные, они легче весят, но при этом они немножко маломерят. И вот эта калоша украинского производства, она имеет, например, размер 44-45, весит не насильно больше, чем C4400. По дизайну, конечно, она похожа, но при этом она более полноразмерная и подойдет для носков 7 мм, 9 и 10, так как C4350 уже будут немного маломерить и по высоте, и по другим характеристикам. Хотя под 3-мм, 5-мм носок это, конечно, топовые калоши. И сейчас, когда мы продаем карбоновые лопасти, мы всем рекомендуем C4250. Итак, как вы видите, это укороченная ласта. Она не длиной 80 сантиметров, тут длина 65 сантиметров. Это очень хорошо, потому что она прекрасно ложится в туристический чемодан. И вам не придется гнуть ласту, чтобы ее транспортировать, или как-то извращаться с вашим багажом. Это стеклопластиковая лопасть разборная. Она отлично работает в разборной паре. В разборной паре ее не надо вклеивать, переклеивать. Вот такой комплектик. Калоша и лопасть. Я лично протестировал эти лопасти не на большой глубине. До 20 я в них нырял. Вот как раз для этой глубины они как никогда лучше. Конечно, если я буду сравнивать со своими карбоновыми лопастями, эти немножечко чувствуется, что они деревянные, скажем так. Но если сравнивать с какими-то пластиковыми вообще лопастями, которые массово производятся, то это конкретно небо и земля. А если мы сравниваем до глубины 20 метров, ну, практически с карбоном я не ощущал конкретной разницы. Ну, чуть-чуть мне приходилось чуть-чуть больше ее нагружать. Вот такие новые ласты. Новая лопасть укороченная и новая калоша. Калоши эти есть в разных размерах. Самый большой размер 46-47. Отлично под зимний носок. А также стартуют с 38-39. В общем, я рекомендую эти ласты. Пожалуйста, смотрите на сайте, заказывайте, интересуйтесь, пишите комментарии и все такое. Спасибо вам за просмотр. До новых видеообзоров. До свидания.